Пап, а что если меня выберут в Слизерин? Альбус Северус Поттер. Тебя назвали в честь двух директоров Хогвартса. Один выпускник Слизерина, и это был храбрейший человек, которого я знал. Тот, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу. И она определит вас на факультет. Поттер. Ну а вдруг я тоже? Слизерин! Тогда факультету Слизерин достанется удивительный юный волшебник. Гарри, Альбус пропал. Я должен найти своего сына. Мы должны сделать это вместе. Я всегда восхищалась твоим мужеством. Но иногда ты такой дурак. Мы нужны тебе, Гарри. И как мы поступим? Мы используем маховик времени, чтобы спасти Седрика Диггори. Наше приключение только начинается. Любое, даже самое малейшее изменение влечет за собой последствия. Гарри, Альбус в опасности. Думаю, мы все в опасности. Даже если на это уйдут годы, мы должны найти наших детей. В Азкабане один из пожирателей смерти рассказал нам, что Волан-де-Морт оставил дитя. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь?